Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы посмотрим на Hello Neighbor преальфу. А именно не просто преальфу, а ее ремейк. Не знаю, кто сделал этот ремейк, мне его прислал тот же самый пользователь Димаста. Спасибо ему за это большое. Вы видели его сейчас на экране, если я, конечно, не забыл вставить. В общем, я ее только открыл, и сразу же тут появился, никаких экранов загрузок, ничего не было. Ну, хотя в самой преальфе было точно так же. Ладно, в общем, что мы тут видим? Пока я никаких отличий-то не вижу, кроме того, что игра запустилась плавно, а не прям мгновенно, как оригинальная преальфа. Здесь есть комод. В оригинале преальфе кровать была, по-моему, больше, и комода не было. Вот такого щелкания не было. И в оригинале при альфе, к тому же, выключатель в одном и том же положении все время было. Просто лампочка загоралась или выключалась. А тут вон подвижно все выглядит красиво. Здесь то же самое. Посмотрим. Машины и предметов нет. Так, этот рычаг не двигается. Интересно. Здесь это наш дом, в общем, опа, сосед. Не будем подходить к нему сильно близко. О, можно обходить дом. Ну, как в альфе первой, короче. Оригинальный, при альфе дом обойти нельзя было, посмотреть. Он где-то доходил вот до сюда где-то и все. Кстати, вот пишут мне в комментариях, когда новое видео, когда новое видео. У меня сейчас учеба, зачеты вот в конце недели будут. Так что извините, времени не хватает немного. Я снимаю, когда есть время. Блин, как мне это нравится, а? Вчера утром пытался снять третью серию по Мадагаскару 2, но там на одном моменте игра зависла, и пришлось компьютер перезагружать, и видео не записалось. Не знаю, когда выйдет третья серия, но не думаю, что вряд ли скоро она выйдет. Так, надо теперь придумать, как в дом соседа попасть и в подвал. Когда я запустил, не было никакой вот этой вот ночи и приоткрытой двери с оранжевым светом. Тут сразу начинается игра. Интересно, интересно. Дом кривой на горе стоит, обалдеть. Как интересно чуваку там живется, я не знаю. Подвижно. Когда идешь, покачивается камера, это довольно прикольно. Ну что, давайте пойдем поздороваемся с соседушкой с нашим. Надо познакомиться с соседушкой. Если у вас есть, кстати, какие-нибудь там моды по когда с соседой, может даже по Hello Neighbor, если я смогу там установить этот Epic Games Launcher, я ищу, чтобы моды запускать, то обязательно скидывайте в комментариях или ВКонтакте мне пишите. Я с радостью буду ждать ваших модов. Опа. Откроется дверь? Открывается, да. Ладно, не будем пока заходить. Посмотрим в окна сначала. Настроек звука нет. Я не могу также сделать тише, и меня, возможно, будет плохо слышно. Или вы, может, испугаетесь, когда заиграет музыка, когда нас увидит сосед. Так что берегите свои уши, будьте осторожны. Проверим. Сосед телевизор не смотрит. Где же вот сосед, меня интересует? Блин, он нас сразу же засек. Как обидно, а? Плавненько так вот мы появляемся. Интересно довольно. Опа. Надеюсь, не заметит. Бежим, бежим, нафиг. Бежим, бежим, бежим туда. Внутрь.
Надеюсь, не заметит. Заперто. Посмотрим, что здесь. О, какая печка офигенная. Тут молоток лежит. Смотрим, что здесь. Это спальня. Не знаю, можно ли тут включать телевизор или нельзя. Я пробовать, честно говоря, даже не хочу. Сохраняются ли тут предметы в инвентаре или не сохраняются? Тоже меня это интересует. Так, это мы снимаем. Надо теперь раздобыть ключ. Его тут нет случайно? Может, в ящике? О, стоп, там что-то есть. Это что такое? Ключ. Давайте его откроем. Отлично. Теперь надо узнать код. Наверное, он также где-то на стене находится. Я не буду сразу вводить, чтобы было поинтереснее. Вот где сосед, интересно? Он на машину до сих пор чинит, да? Ой, тут еще один ключ. Отлично. Можно было и здесь взять ключик. Надо пошарить все комоды и найти ультрафиолетовую лампу. Если там находится код, конечно. Мне кажется, сосед в дом зашел. Так, зайдем сюда. Ну-ка, тут ничего взять нельзя. Блин, походу нет. Здесь бутылки лежали в ванной какие-то. А, та, я понял, для чего ключ второй нужен. А вдруг там закрытая же дверь была. Ну-ка, давайте попробуем открыть ее. Опа, догадался. О, а вот и код. 4586, 4586, отлично. Я серьезно, я не проходил эту версию. Я первый раз реально играю, серьезно. Фак, он здесь. 4586. Дверь от... Телек можно включить. Да, мы попали с вами в подвал. И застряли еще и в лестнице. Ну зашибись просто. А, нет, можно вылезти. Ну, телек работает, кстати, телек очень эффектно работает. Лучше, чем во всех оригинальных Hello Neighbor. Там цветной экран, блин. Попали мы с вами в подвал, блин. Ну-ка, как насчет этих шкафов? Можно прятаться. Звуки как в прототипе, кстати. А как насчет гаража? Что у нас здесь есть? Можно открыть дверь. Это меня радует. Ладно, подвал мы с вами открыли. Тут, наверное, больше ничего и нет. Интересно, можно... Сосед может в свой капкан попасть? Так. Прикольно. Фонарик как работает? Фонарик работает отлично. Блин, вообще классно, реально, серьезно. Такая вот преальфа, весьма интересная получилась. Жаль только, что в подвале ничего не было. Я надеялся, что там будет подвал, как в прототипе, например, я не знаю. Но нет, там ничего абсолютно нет. Больше на шкаф похоже какой-то. Так, а помидорами тут можно кидаться, как в прототипе? Они тут есть? Да, есть. Давайте попробуем кинуть один из них. Да, можно. Валим нафиг отсюда.
Хотя я самого соседа не вижу. Он заметил, что у него прилетело. Может, другое окно швырнуть? Где еще помидоры? Блин. Он дверь где-то открывает. Где вот, только я не знаю. Можно просто вышибить окно, я не знаю, попробовать. Твою же мать. Влезай скорее. А чё он не реагирует-то никак? Ну-ка, может, окно вышибить? Окно вышибается так же, как во всех частях до релиза, по-моему. До беты третьим даже, по-моему. Да, блин, ну... Капкан тут стоит. А чё сосед не реагирует ни на чё никак? Искусственный интеллект у него тут оставляет желать лучшего, наверное. Мне кажется, он застрял где-то. Вам так не кажется? Ну-ка, давайте попробуем его поискать. Главное не бояться. А здесь что-то есть? Нет, тут ничего нету важного. Вход на второй этаж завален, так же, как и в оригинальной Альфе. При Альфе. Как эффектно телек работает, кстати. О, консоль работает, ничего себе. О. Можно консоль даже работать? Ну-ка, fly. Flu. А чё он не летит-то? Ты чё не летаешь-то, алё? Ну-ка, волк давайте врубим. Волк. Это мы в капкан опять залезли. Это что такое? Настройки открыли. Открылись, блин, какие-то. Блин, почему он не взлетел? Ну-ка, давайте еще раз попробуем врубить этот режим. Гхост. Не, мы просто почему-то двигаемся так. Ну ладно, мы тем не менее можем все равно посмотреть, что где находится. Но летать мы не можем. Даже в режиме fly мы даже просто не можем летать. Ладно, мы можем зато погулять по карте, посмотреть, что да как. Тут ничего особенного такого я не нахожу. В оригинале при Альфе там еще дом горящий где-то здесь был, но тут его нет. А здесь что? Тут что-нибудь есть интересное? В оригинале при Альфе никакой консоли не было. А тут есть. Это меня радует. В прототипе, по-моему, и в Альфе 1.5 консоли, по-моему, не было. Он застрял, по-моему. Ну, давайте попадемся на глаза ему. Волк. Он там застрял в спальне, реально. Что он там делает? Ага, дышишь. Дышишь, говорят, да? Нельзя таким делом заниматься, блин, сосед. Перелезть через забор. А колесо можно взять? Нет, нельзя. Жалко. Выруби нафиг телевизор. Интересная картина. Так, он за этой дверью. В смысле? Сосед. Что такое? Почему он не реагирует никак ни на что?
боится швырнуть в него предмет. Не, он застрял. Он даже меня поймать не может. Ха-ха-ха, обалдеть. Ну-ка, если под камеру попасть... Опа. Звуки те же самые, кстати. Что и в прототипе. При альфе они были другие. При альфе там был звук, как будто мат запикивается. Ладно, на этом, в принципе, это все. Такая вот. А больше одного предмета можно взять, кстати? Видимо, можно. Только что-то... Да, переключать можно. Четыре... Да, больше четырех взять нельзя. Вот такая вот при альфа у нас интересная получилась. Сосед где-то... Сосед... Настолько интересный, что сосед застрял. Где-то и помидорчик спрайтовый остался здесь. Ладно. Димаста, еще раз спасибо за то, что мне прислал вот это дело. Ладно, на этом... Здесь даже есть несколько вариантов. Это из оригинальной при альфе. Звук. Я такую же звуковую дорожку в симуляторе козла, кстати, слышал. Точно такой же, как он сейчас играет. Ладно, на этом, пожалуй, все. С вас лайк, эпизод, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока.